У меня по этому поводу четкая очень позиция, потому что среди моих знакомых, у меня много друзей с инвалидностью, кто ныряет, и обучался или пробовал нырять, многие водят машину и приезжают на занятия на автомобиле, достают из автомобиля коляску, и они ездят по тем же самым дорогам, что и я. Они подчиняются тем же правилам, что и я. И они не называются инклюзивные водители, или инво-водители, или паровые водители. Мы воспринимаем его как равного на дороге. Поэтому для меня, я называю все это дайвингом, как всех водителей называю водителями.